Это наши конфеты, которые уже застыли. Фрукты в шоколаде. И... добрый день, друзья, гости моего канала. И сегодня я хочу приготовить очень вкусный десерт. Это будут у нас конфеты. И конфеты будут фрукты в шоколаде. У меня для этого взяты финики. Посмотрите, какие они классные. Я сейчас буду отсюда. Ну, будем готовить. Я вам расскажу, что будем делать. Я их, конечно, уже приготовила, помыла, просушила. Для этого нам нужна вот курага, финики, чернослив, орешки, миндаль, грецкие орешки и шоколад. Белый шоколад и темный шоколад. Еще у меня вот эти шпажки. Давайте, кто хочет вкуснятинку сделать фруктовую в шоколаде, оставайтесь со мной. Курага у нас уже без косточек. Она уже вот такая. Косточки отсюда уже вынуты. Достаем косточки из фиников. Аккуратненько раздваиваем. Убираем косточки из фиников. Подготавливаем вот таким способом. Убираем, убираем. Готовим. Этим временем мы проверим, чтобы у нас ничего здесь не было. И вот так это потом будет закрываться. Давайте готовим финики. Косточки мы из фиников достали. Из кураги нет косточек, в черносливе тоже нет. Теперь у нас орешки, миндаль. И мы берем его, вставляем финики и закрываем. Получился вот такой у нас аккуратненький финик. Вставляем орешка. Такая форма финика. Готовим. В финики мы уже ставили орешки. Теперь вставляем точно так же в курагу. Получается очень аккуратные. Очень будут вкусные. Курага вообще исключительная вот эта. Я даже ее разрезаю. Закладываю сюда орешку и закрываю. Смотрите, как все хорошо получается. Разрезаю и вставляю. Придаю форму. Готовим. Также будем закладывать сюда и грецкие орехи. У нас будут они с миндалем и с грецкими орехами. Вы же любите в шоколаде фрукты. Такие они получаются исключительные. Сейчас мы это все приготовим. И что будем делать? Дальше я вам покажу. Мы приготовили курагу с орешками, финики и приступаем к черносливу. Также закладываем сюда и прижимаем на другую тарелочку, складываем. У нас все подготовлено, промыто, прочищено, просушено. Сейчас нам нужно растопить шоколад. И я его буду топить в микроволновке, добавив сюда 30 грамм масла на 100-граммовую плиточку. Точно так же белый шоколад. Тоже добавляем сюда масло. И будем это топить в микроволновой печи. Пока топится шоколад, мы приготовим на шпажку. Нужно нам нанизать вот так. Наши фрукты готовим. Не очень сильно можем даже туда заталкивать ее, потому что мы потом
это будем снимать и убирать. Здесь я очень сильно, с краешку надо. Так. Вот так готовим наши фрукты все. Растопился шоколад. Берем наши фрукты и окунаем. Можно фрукты вынести на улицу, чтобы они маленько охладились, или поставить в холодильник, чтобы шоколад на них замерзал. Ну, я думаю, что меня так устраивает. Посмотрите, какая красота получается. И я ставлю в стаканчик и нашу курагу. И сейчас у меня будет топиться еще белый шоколад. А это будет у меня остывать. Я ставлю это в стаканчики и вынесу на улицу. Так, у нас белый шоколад растопился. Замерзли на улице наши конфеты. Посмотрите, какие они есть, красавчики. Вот они, да? Уже хочется их есть. Но мы сейчас их будем еще в белый шоколад окунать вот так кончики. Вот. Можно уже так оставить. Но мне вот захотелось еще вот, чтобы был тут вот беленький. Назад составляем в стаканчик и будем выносить на улицу, чтобы тоже это все у нас застыло. Представляете, какая это вкуснота? У меня уже здесь внучка в гостях, и она с удовольствием их ест. Уже не дает мне еще в белый шоколад окунуть. Вот такие ест, ей очень понравилось. Стеша, тебе нравится? Да. И как тебе это? Вкуснятина? Отлично. Я, слюни каждый раз текут. Слюни текут. Ой, вкуснятину наделали. Ох, вкуснятину. Ну все, продолжаем. Это наши конфеты, которые уже застыли. Фрукты в шоколаде. И у нас они еще не все. У нас еще там есть, застывают. Ну, я вам показываю, как это получилось. И сейчас мы будем это снимать со шпажек. Получились вот такие чудо-конфеты. Очень вкусные. Очень такие классные. И с детьми готовить одно удовольствие. Мне помогала моя внучка Стефания. Привет, привет. Так, друзья мои. Ну, до скорого. Пробуйте, делайте. Мы ждем ваших комментариев. И просмотров. И пальчики вверх. И колокольчик.